Определился обладатель счастливого билета. Тысячный пассажир, использующий при оплате проезда на Ивановском троллейбусе транспортную карту, на минувшей неделе совершил призовую поездку. Акция для покупателей электронных проездных стартовала 8 июня. Счастливый электронный билет был оплачен 14 июня в 13 часов 31 минуту на троллейбусе маршрута номер 2. Обладатель карты с номером, указанным на экране, должен позвонить по телефону горячей линии, чтобы получить свой приз – бесплатные поездки. По условиям нашего конкурса мы предоставляем ему электронный проездной билет на 10 поездок, пересадка. Мы предполагаем, что у нас это будет на постоянной основе, вот, в том числе это своего рода отчет перед нашей общественностью и перед нашими пассажирами о том, как реализовывается этот проект.